Итак, всем привет всем моим подписчикам и просто зрителям, кому нравится компания Oriflame и ее продукты. Сегодня я вам покажу свой заказ, и на экране вы уже можете видеть следующий каталог, который будет действовать с 25 октября по 13 ноября. Ну что ж, заказ мой, собственно, должен был состоять немножко из других продуктов. И, конечно же, я хотела заказать витамины Wellness Pack, но, к сожалению, на момент заказа витаминов не было. Поэтому я их поставила в резерв. Должны они появиться 29 октября. Но были витамины, точнее, омега-3, это рыбий жир. И вот, собственно, баночку я себе и приобрела. Кто не знает, витамины Wellness Pack включают в себя 21 пакетик, рассчитанный на 21 день, куда входят 2 витаминки омега-3, 1 штучка астаксантина и 1 витаминка. Вот, собственно, я и купила только омегу-3. Я ее еще не открывала. Сейчас я вам покажу. Все приходит в запечатанном виде. Вот таким вот образом все это выглядит. Здесь у нас с вами 60 капсул. Соответственно, делим на 2. Витамины эти рассчитаны на 30 дней приема. Так как мне уже необходимо было пропить витамины, я купила, пошла в аптеку ближайшую. Конечно же, купила витамины Витрум, которые я уже когда-то давно принимала. Здесь у нас только витамины, 13 витаминов и 12 минералов, 30 таблеток. Это американский производитель, здесь можно более подробно рассмотреть, но сейчас вы не увидите. Вот, тут надо нажать, тут супер такая крышка-заглушка. И, в общем-то, ну, я не разочаровалась, конечно, от этих витаминов Витрум, но хотелось пропить именно Oriflame. Но аналоги, конечно же, тоже можно найти. Но я думаю, что если я буду совмещать омегу-3 с Витрумом, то эффект будет значительно лучше. Ну что ж, давайте, наверное, перейдем к самому заказу. И давайте посмотрим, каталог пока я оставляю, что же было сделано в этом заказе. И, наверное, начнем мы с вами с обновленной линейки Элео. Это у нас ночное масло. Я еще им не пользовалась до этого. Вот такое вот красивое стекло темно-синего цвета. Не знаю, насколько это видно на экране. Очень красивый стеклянный бутылек. Здесь у нас с вами есть вот такая вот помпа. Ну, я думаю, что мы сейчас с вами посмотрим. Хочу обратить внимание, что не закрывается данный флакончик сверху крышечкой. То есть он как такой вот в свободном доступе. Закрывается масло тоже легким поворотом, то есть, в общем-то, продукт у вас не вытечет. И вы можете видеть, что масло, кстати говоря, оно очень густое, потому что я пытаюсь даже вот нагибать ручку в разные стороны. Оно как было на одном месте практически, так же оно и осталось. Я уже сейчас разнесла немного по руке. Масло очень легкое, приятно пахнет. Для меня вообще какими-то цветками камелии. Но, возможно, там есть органовое масло. Надо посмотреть точный состав. Вот, планирую я его, конечно, наносить на влажные волосы на ночь. Надеюсь, что масло меня не подведет. Давайте посмотрим следующие товары. И, конечно же, второй фаворит после витаминов должен был быть, и он, в принципе, есть. Это духи All or Nothing. Что же я хочу рассказать про этот аромат? Сейчас я его открою и все вам расскажу. Уже немножко испачкала, конечно, маслом, но не страшно. Интересен подход дизайнерский к данному парфюму. Здесь все очень легко открывается.
И вот такой вот очень красивый флакон. Здесь у нас с вами написано All or Nothing, вы можете видеть. И вот такой вот женский клатч черного цвета. Ну, не могу сказать, что флакон тяжелый. Размер данного флакона у нас тоже где-то вот практически, ну, чуть меньше, чем ручка. Вот, и самое главное, дизайнер данного флакона — это Андерсон Сантес, бразильский дизайнер. Можно тоже прочитать в интернете, вот, более подробно. И вот здесь вы видите аббревиатуру AN, что значит All or Nothing. И давайте расскажу немножко вам про сам парфюм. Я его до этого не тестировала. Здесь у нас тоже красивая коробочка. Все очень красиво, стильно. И давайте же его немного протестируем. Я, наверное, сейчас вам расскажу про его ароматическую составляющую. И дальше мы с вами перейдем. А в конце данного видео расскажу о своих впечатлениях. И, соответственно, самый главный вопрос, не зря ли я его выбрала. Ну, с первых нот очень мне понравился аромат, вообще, в принципе, по ароматической составляющей. И, наверное, я вам немного зачитаю про этот аромат. Итак, что же входит? Этот аромат All or Nothing относится к восточным гурманским ароматам, что меня и привлекло в данном парфюме. Хочется обратить внимание читателей, зрителей, кто смотрит, потребителей компании Oriflame, что это все-таки не парфюмерная вода, это именно духи, где основная составляющая 20-30% эфирных масел. Автор данного аромата — Натали Ларсон, известная парфюмер. И что же входит? Верхние ноты — ароматы. Это у нас магнолия, фрезия и итальянский лимон. Средние ноты составляют жасмин, дамасская роза и малина. И нижние ноты — супер абсолют мадагаскарской ванили, кедр и мускус. Ну, самый интересный момент, который я читала про данный аромат, он заявлен как такой, знаете, для любителей, кто любит вот такие вот кожаные ароматы, то есть если он сочетается, если наносите даже, допустим, на кожу, не только, я имею в виду, на нашу, а и, допустим, на какие-то вещи, то они тоже будут отражать нотки данного аромата. Итак, пойдемте с вами дальше. В конце видео расскажу вам про свои впечатления. На данный момент хочу сказать, что, знаете, я вот чувствую сейчас такую вот сладость аромата, и мне кажется, что это в сочетании лимона, малины и ванили. Пока на данный момент, вот как мне кажется, да, то, что я чувствую. Самое главное, что я не чувствую, знаете, вот этой сладости в аромате, которую я безумно не люблю. То есть очень легкий такой вот действительно гурманский аромат. Следующий продукт, который был в заказе, это тональная основа новая Giordani, из серии Giordani Gold Pure Euphoria Foundations в оттенке ваниль. И давайте посмотрим. Кстати, в каталоге, который сейчас действует, была акция, кто покупает новую тональную основу, в подарок получает тушь Giordani Gold также. Вот, хорошее предложение, так что если кто-то рассматривает, присмотритесь, это хороший выбор. Так, сейчас я открою и все вам расскажу. Вот так вот выглядит новая тональная основа. Уже многие протестировали оттенки данной новиночки, и я остановилась на оттенке ваниль. У меня есть на данный момент тональная основа, кстати говоря, из компании Oriflame также. Называется она Illuskin Aqua Boost, это тоже относительно недавняя новинка. Вы можете видеть разницу по цвету. Это, конечно же, более такая, знаете, оттеночек на загорелую кожу, но я сейчас практически уже доиспользую его, потому что тут осталось совсем чуть-чуть. Очень хочу сказать огромное спасибо компании, потому что достаточно одной тональной основы, по крайней мере, на мое лицо,
Что она делает? Она увлажняет кожу, то есть мне не нужно наносить дополнительный крем утром. То есть у меня есть система, да, это очищение, потом идет тоник. То есть я наношу очищение, тоник, и затем там через энное количество времени, когда я крашусь, я наношу сразу тональную основу. Она увлажняет мою кожу, она увлажнена на весь день. Единственное, конечно, она имеет свойство немного блестеть, она поэтому называется сияющая тональная основа. Но если вы испытываете излишний, скажем так, блеск, то можно всегда воспользоваться матирующими салфеточками. Итак, откладываю я данную тональную основу и переходим все-таки к новиночке. Надеюсь, что цвет мне подойдет. Конечно, у меня сейчас уже на руки нанесено масло. Сразу же хочу сказать, что очень долго, тяжело открывается данная тональная основа. Ну, не знаю, с какой целью это сделано. Вот, но, возможно, для лучшей защиты. И вы можете видеть помпу, которая также есть и на такой тональной основе, которая была из предыдущей. Упс. В предыдущем варианте она мне немножко здесь замазалась. Вот, но разница... Разницу в носиках вы видите. Данная тональная основа очень жидкая. Даже по консистенции жиже, чем Aqua Boost. Но, кстати, по цветовой гамме я смотрю, что я не прогадала. Очень вкусно пахнет, какой-то действительно пудровый аромат, ванилью, в общем, что-то такое интересное и вкусненькое. Вот, но протестирую, опять же, в следующих видео заказах тоже вам расскажу. Итак, давайте пойдем дальше. Так что я думаю, что при такой жидкой консистенции разносить ее будет очень легко. Я думаю, что вот этого количества вполне себе достаточно на все лицо нанести. Но что хочется сказать, мне кажется, она не настолько плотная. Вот, но посмотрим. Все-таки новиночка, надо тестировать. И опять же, таким образом можно найти действительно свой любимый продукт. Итак. Продолжаем. Следующий у нас идет тушь из серии Giordani Gold, которая пришла в подарок. И давайте же с вами посмотрим. Вот такая вот тушь. Насколько я помню, я даже, возможно, ей пользовалась, а может быть и нет, честно говоря, даже не помню, возможно, это какая-то новинка недавняя. Нет, такой серии я еще, именно вот такой тушью я не пользовалась. Давайте посмотрим. Да, это новиночка, я такой тушью не пользовалась, и щеточкой такой я тоже не пользовалась. Щеточка здесь у нас ворсинистая. Не силиконовая, но надеюсь, что тушь будет хорошей и достаточно выразительно будет прокрашивать реснички. Итак, сейчас вы можете видеть на экране тушь, которую я раньше заказывала в компании Oriflame, Wonder Lash 2XL она называется. Она действительно с частичками блесток таких, они очень еле заметны, но когда вы снимаете макияж, на спонжике действительно остаются эти блестки. Возможно, люди, да, замечают, я не знаю, возможно и блестит эта тушь как-то, я, в общем, честно говоря, не знаю. Ни у кого не спрашивала. Здесь вот такая вот тоже щеточка. Она не... Она, по-моему, как раз-таки... Да, она как раз-таки силиконовая. В принципе, удобно прокрашивает, интересно. Вот, действительно, реснички такие пышные, объемные. Тушь хорошая.
Периодически тоже бывают на эту тушь скидки, поэтому, в общем, кто интересовался, тоже может воспользоваться, очень хороший продукт. И, конечно же, самый последний продукт из заказа, это была Wonder Lash Brow Booster из серии One Color. Открывать сейчас я это не буду, я вам покажу то, что у меня сейчас есть. Это тушь для бровей. В прошлом заказе я покупала карандаш для бровей из новиночек, по-моему. Вот, не удивляйтесь, что он такой немножко закоцанный. В общем, здесь есть второй такой вот осветляющий карандаш, которым я вообще не пользуюсь. И есть сам карандаш, который такой, вы знаете, коричневый, даже черный какой-то. Сейчас я вам все покажу. Вот такой вот интересный карандашик. Конечно, когда вы его наносите на брови, он слишком яркий. И если бы не средство, которое у меня осталось для бровей из этой же коллекции Oriflame, то вряд ли бы я могла пользоваться только карандашом. То есть я наносила сначала вот этот карандаш на брови и потом воспользовалась, естественно, вот таким вот средством, тушью для бровей. Здесь у нас с вами такая вот обычная кисточка, она еле такая, знаете, уловимый, это универсальный цвет, такой вот светло-коричневый. Ну, у кого, допустим, бровки потемнее, то он будет больше придавать такую выразительность. Вот, то есть я использовала данный карандаш совместно вот с этим средством. То есть просто использование карандаша для бровей вообще никаким суперобразом на меня бы не подействовало, потому что все равно бровки нужно расчесывать. Так что я повторно заказала вот это вот средство, и пока на данный момент оно идеальный вариант без нанесения карандаша. Так. Это был весь мой заказ, и давайте же посмотрим, какие я присмотрела себе товары в следующем каталоге. Сейчас я все подвину, ну и пробничек мне, кстати, тоже пришел с коллагеном серия No Age. Итак, давайте посмотрим, здесь у меня есть несколько товаров, и давайте начнем с самого главного. Самой главной новинки следующего каталога — это парфюм Divine Exclusive. Мне пришел пробничек этого аромата, я уже воспользовалась, но, честно скажу, так, пробничек у меня выпал, сейчас я его найду. Так, вот я его нашла. Вот, собственно говоря, по поводу этого аромата. Данный аромат в классическом варианте Divine мне не очень нравится. Я говорила уже об этом, что цветочные ароматы я не очень люблю в чистом виде, но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. И что же мы можем с вами видеть? Что это будет у нас новиночка? Тип аромата. Я прям зачитаю то, что здесь есть. Можете кто-то поставить на паузу и просто прочитать, если вам будет видно. Вот. Для меня этот аромат получше по ароматической гамме, чем предыдущий Divine, но все равно это не мой аромат. Но, в общем-то, тут хорошее будет предложение, то есть если вы заказываете парфюм в следующем каталоге, то крем будет вам, парфюмированный крем, в подарок идти. Итак, давайте же я открою именно те странички, закладочки тех товаров, которые я планирую приобрести. Ну и, конечно же, я себе планирую приобрести недавнюю новинку. Глянцевая губная помада Cushion The One Irresistible. И здесь есть очень интересный оттеночек, который называется Соблазнительный Тауп. Вот сейчас я вам покажу, он второй сверху. Почему я хочу выбрать этот оттенок? У меня есть помада из серии Giordani Gold. Очень хорошая помадка, и вот именно в таком оттенке Taupe, то есть она увлажняет губы, и оттенок мне этот очень нравится, поэтому я хочу попробовать именно в таком варианте оттенка, именно губную помаду Cushion. Тем более она будет, в принципе, по хорошей стоимости, по-моему, она по такой стоимости сейчас и продается, то есть, в общем-то, это интересный продукт достаточно.
Так, ну и, конечно же, мои любимые тени для глаз. Стойкость 12 часов. Действительно, очень интересная стойкость. Я уже очень давно использую именно вот эти тени-карандаш. Сейчас вам даже покажу свои оттеночки, которые у меня еще недоиспользовались. И будут в следующем каталоге по 279 рублей. Я пока еще точно не знаю, какие оттенки я закажу, но я думаю над тем, что мне необходим нюд и, возможно, оттенок шампанское и розовое золото. Сейчас я вам покажу свои карандашики. Опять же, они уже очень давно в использовании. Есть, конечно, минус, потому что грифель в одном из них выскочил, и его очень проблематично вставлять обратно. Итак, это у нас оттенок бронза. Сейчас я вам покажу. Вот вы можете видеть два оттенка, нижний, а точнее средний это бронза и верхний это индиго. Цвета очень красивые и их можно растушевывать. Очень красивые оттенки и очень хорошие вот эти вот тени, поэтому если кто сомневался, купите, приобретите, воспользуйтесь очень быстро. Вы только проводите одну линию, пальчиком растушевываете, все это происходит за 30 секунд. То есть вы наносите тени за 30 секунд на глаза, это очень удобно для тех, кто обычно торопится, у кого нет времени краситься долго, наносить, например, базу. Кстати, данные тени я не наношу на базу, они у меня просто ложатся на глазки и достаточно быстро растушевываются. Кстати, снимаются они тоже очень быстро и легко. Итак, в следующем каталоге у нас будут хорошие стоимости, это у нас крема для рук, я планирую приобрести себе две штучки, так как уже начались холода и, конечно, руки нуждаются в дополнительной защите. Следующий товар, сейчас я посмотрю, что у меня тут тоже было отмечено. Так, да, будет новиночка для душа. Это у нас будет аромат шафрана и пачули. И, конечно же, я планирую приобрести вот такой вот замечательный гель для душа, хотя оно и подходит как мыло для рук. Так, следующая новиночка, это крем для ног. И здесь он у нас идет с черешней и миндальным маслом. Очень приятно пахнет, ароматическая страничка. Так что можете тоже посмотреть, возможно, вам понравится аромат. Ну и хочу сказать, что у нас сейчас практически середина октября, можно уже готовить подарки на Новый год. И вот тоже замечательный наборчик, как идея. И следующая новинка из ограниченного выпуска, кстати говоря, очень хороший набор «Клюквенное блаженство». Сюда у нас входит крем для тела и лица и гель-крем для душа. Ну, кстати говоря, можно этот крем использовать тоже, как и крем для рук. Вот, это вот следующий каталог небольшой. Это был мой заказ. У кого есть какие-то вопросы, предложения, советы, пишите, пожалуйста. Вот, и самое главное, возвращаемся к аромату All or Nothing. Вы знаете, очень такой приятный, теплый, сладкий аромат, действительно гурманский, восточный, потому что здесь есть нотки, и очень приятно пахнет, он не насыщенный, не удушающий, он абсолютно легкий и интересный. Так что воспользуюсь данным ароматом и уже в следующих каталогах буду вам тоже рассказывать в итоге, стал ли он моим любимчиком или нет. Ну что ж, всем хороших выходных, всем пока-пока!